В микрорайоне Подрезково организовали волонтерское движение помощи бездомным собакам. Первая встреча активистов прошла в территориальном управлении. Говорили об уходе за собаками, о создании специальных площадок для выгула четвероногих, о проведении мастер-классов по дрессировке животных. В Химках Шереметьевский приют сегодня один из самых крупных. Ему нужны добровольцы. Сейчас в приюте живет около 300 питомцев. Помимо уличных вольеров, на территории питомника три отапливаемых здания для короткошерстных пород. Нашим собачкам очень не хватает общения. Мы очень будем рады и благодарны, если вы приедете и пообщаетесь с нашими подопечными. Стать волонтером и помочь четвероногим могут все желающие. Вся информация по телефону 8 905 543 2301 и на сайте Шереметьевского приюта.